Крышка фильтра для насоса Индезит Ariston. Это пластиковая пробка с резьбой и резиновой прокладкой и круглой пластиной на конце. Данная пластина является частью камеры, в которой вращается крышка насоса. Также эта пластина является фильтрующим элементом. Она не дает возможности крупному мусору попадать в камеру насоса для того, чтобы его не сблокировать. Монеты, пуговицы и прочий мусор остаются в отстойнике насоса. Как правило, меняется данная пробка по причине механического повреждения. Очень часто, когда в отстойнике собирается очень много мусора, он блокирует эту пробку. Когда ее пытаются выкрыть или вытащить, обламывают вот эту пластину. Но также бывают случаи, когда просто начинает протекать на прокладке. В случае, если у вас эта круглая пластина отломана, а она является частью камеры, в которой вращается крыльчата, без этой пластины, если вы просто закрутите пробку, конечно, насос течь не будет, но производительность насоса значительно упадет, и он будет очень плохо выкачивать воду, либо вообще перестанет ее выкачивать, именно потому, что эта пластина является необходимой частью всей конструкции насоса. Данное видео было снято для сайта masterplus.com.ua.